Привет. Сегодня вот прикупил такой фильтр для воды и хочу проверить качество очистки с помощью такого вот Xiaomi TDS метра. Проверить, хоть что-то очищают фильтры кувшины или нет. Такой вот фильтр. По заявлениям производителя, вода должна быть идеальная. Так вот, я подготовил уже фильтр. Здесь стоит новый. Я его замачивал, 3 раза сливал воду, проливал через фильтр. Подготовил 2 стакана. Это у нас неочищенная вода, проводная вода. Сюда мы нальем очищенную. Так, сейчас посмотрим, что показывает нам вода с-под крана. Ноль. Двести сорок ppm. Сейчас посмотрим, что покажет нам фильтр. Хорошенько встряхнем от остатков воды. Проверяем, что покажет нам фильтр. Двести два. 204. Что-то он там очистил. Всего на 40. Вот такие вот результаты очистки. Здесь было 240, здесь 210. 30. Чего-то убрало, непонятно, 30 чего. Вот такой вот. Надеялся, будет результат получше. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока. Буду искать лучший фильтр.